Сегодня юбилей отмечает тот, кого по праву можно назвать предводителем команды «Большого мяча». Валерию Георгиевичу Нефантьеву 75. В далеком 1972 году при его участии была создана мотобольная команда «Металлург». Валерий Нефантьев сначала был играющим тренером, капитаном, а затем стал президентом Видновского мотобольного клуба. С 1981 года он главный тренер сборной команды страны. Заслуженный тренер СССР, почетный гражданин Ленинского района, замечательный наставник и друг. В его адрес сегодня весь день поступают поздравления. Телеканал «Видное ТВ» уже много лет работает в тесном сотрудничестве с видновскими мотоболистами и непосредственно с Валерием Нефантьевым. Наша команда от всей души поздравляет Валерия Георгиевича с юбилеем, желает ему и дальше вести за собой «Металлург». Спортивного духа, крепкого здоровья и новых достижений.